Всем привет! Продолжаем играть в Fallout Shelter Online. Сегодня у нас непонятно зачемная серия. Сюжетка у нас кончилась давным-давно. Новых заданий не появляется. Стимула играть дальше нет. Интерес к игре плавно угас. Особо так, чтобы заняться нечем, кроме как бессмысленного гринда по кругу. Поэтому я даже не знаю. Я даже не знаю, что. Как-то вот так. То есть, ну, прокачали новых персонажей полученных. Он доктор, теперь он 65-й, там, не знаю. Этот, как его, господи, Хэнкок, 60-й. Ну, интереса в этом уже никакого. То есть, как бы, ну, я же говорю, сюжеток нет, стремиться не к чему, достигать нечего. А если нет цели, то нет и удовольствия от получения цели, или хотя бы от движения к цели. И, соответственно, ну, интерес стремительно угасает, стремительнейшим образом. Так, это всякие задания, всякие квесты, всякие награды. Спасибо, получаем. Сейчас подкрываем все подряд. У нас целая гора ланчей, короче. Тут целая куча всего. Он, если хотите. Давайте, а давайте. Ну, прямо с этого начнем. Нестандартно. То есть мы обычно под конец все хоронили, а сегодня нестандартно. Ну, три ланчбокса с чем-то, я не знаю. Золотых. Фу. Вот, да, золотой ланчбокс. И в нем белые карточки. Белые. Голубые. Это просто позорище. Это просто позорище. В золотом ланчбоксе. Это нормально вообще? Бред. Какой-то глупый бред. Продолжаем. Он еще 72 золотых ланчбокса. А ну давайте все по одному 72 открывать. А в серии 5 нас выйдет. Куча всего свалилась. Нам нужна муравьиха. На муравьиху только 6. Ну что только. Больше, чем на всех остальных. С другой стороны. Ну, спасибо. Вон, улетело. Сколько их. Так, фиолетовые. Давайте, 40 ланчбоксов фиолетовых. 10 на собаку. Как мы без этого жили вообще? Без 10 в собаке, которая в топе. Вернее, у которой кап. О, ну ладно. Голубых 175. 175 ланчей, прикиньте, 175. Я надеюсь, эта серия не запорится. В последней серии, вы уже знаете, там через одну лупятся. Ох, тут всякого барахла у нас. Особенно нам нужны деньги, которых у нас и так. Ну, как-то так. Всем ящик, всем по 6. Семку этих. Как-то так. Как-то так, ребята. Извините, еще немножко вот доболею. Добаливаю. Выхаживаю последние дни болячки. Так что прощения просим. Извиняйте. О! У нас тут мы что-то закрыли, какой-то квест. Надо же. Из тех трех, что оставались. Ура! И у нас все равно не появилось дальше никакого задания. То есть сюжета у нас нету. По факту мы сюжет закончили. Это остались всякие серии, то есть попутные. Я так понимаю, там где надо по ходу прохождения там набрать что-то там. Там 6 золотых персов докачать до 60, там или еще что-то вот такие. Там это открыть все там, не знаю, локации. Там в 100 локаций, еще что-то. Ну, такие вот задания, я так понимаю, остались. Вот. Я их пытался переводить, но тут что-то как так написано, что я не могу сообразить, что от меня хотят. То есть, ну, то ли лыжи не едут, то ли я заболевший. А больше у нас, как вы знаете, больше ничего нет. Все. Можем сейчас попробовать, не знаю, что сделать. Чем бы себя поразвлечь? Можем попробовать пройти башню, например.
Пойдемте ломанемся в башню. С золотым составом. О, и не прошли мы ничего. А потому что знаете почему? А вы знаете, да? А то думаю, что я не поапгрейдил персонажа. Сейчас будем еще апгрейдить их целую гору времени. Я вот тоже рванул и затупил. У нас же что-то набрело. Вон последнюю медальку на этого повесить можем. На киллера нашего. Последнее. Все. Кап. Левел кап. Круче только звезды. Или выше только звезды. Ну, какой он ходит такой. Дун-дун-дун. Все. Вот такой вот он. Кто у нас еще тут есть? О, инопланетянчик. Давайте ему еще медальку повесим. О, еще одну медальку. Годится, две подряд. Цепляем. Ну, чуть-чуть осталось, скоро и следующая будет. Его тоже выведем в топчик. Что у него топчик из одних фиолетовых будет. Так, тут у нас все, все. О, очкарик. Очкаридзе, привет. Давай тебя подымем. О, поменялся, нифига себе, он поменялся. Я думал, он уже не изменится. Как у него на компьютере монитор светится, если монитор разбитый. Художник от слова худо. Это рисовал он. Монитор разбитый. Ой, китайцы, такие китайцы. Смешно. Так, куда он там? Он вперед улетел. Стал крутой. О, дедушка наш. Тоже сейчас взлетит по карьерной лестнице в топ. На пятую звезду. А, и ничего не изменилось. Ха. Какой был, такой ты и остался. Казак донской. Полетели дальше. Кто еще у нас тут есть? О, скоро он, тетя, с палкой будет уже наготове. А тут уже все, да? Больше никого. О, не-не-не-не, он киборг этот. Боевой андроид. Ох, как он улучшился, гляньте, так нормально, так броня у него вообще стала. Полная. Или это еще не полная, по-моему, это полная уже. И нож такой. Световая шашка, прям джедайская. Ничего себе. Ну, это круто. Он покрутил. Все тут без разговоров. Ну, вроде все. Больше никого. Так. Ну, пойдемте еще раз попробуем тогда проскочить. Именно что проскочить. Так, все, здесь и запаковались как положено. Наш золотой состав. Полетели. Попробуем еще разок. Можно будет попробовать проскочить их, может дальше какой-то там усилялка есть, чтобы их пройти, я не знаю. Давайте их попробуем пройти. Что тут за ними может лежать интересное? Так, ага. Сейф с едой. Ага, вот усилялка. Какую бы нам усилялку ему лучше взять? Давайте лучше на криты. Ой, надо было синюю взять. Пробаранил. Ну ладно. Это уже не критично, мне кажется. Ага, и тут ничего нет. Замечательно. Сейчас мы не пройдем и в третий раз попробуем синюю. Вот это будет делать. О, как огребаем. О, вот отвлек. Там.
какие они мощные. Что-то доктор нас не вытягивает. О, одного свалили, ничего. Завалили, мама. Ну все, нет, доктор. Доктор, к сожалению, не потянул. Все, ладно, выходим. Кстати, тоже картинка. Доктор выглядывает с пистолетом, типа стрелять. А на самом деле он там колупается в каком-то ящике медицинском. Гэкшу ли ищет, я не знаю. Давайте еще разок попробуем. Теперь синюю штуку тут возьмем. Усилялку. Все равно тут терять уже нечего. Так. Вот синяя на 30. Это, по-моему, от энергооружия защита. Кстати, она может сыграть реально. Ой, тут комната под этим. Под радиацией. Не, спасибо. Ну попробуем. Может получится. Сейчас на голову им спрыгнем. Джеронимо! А ну не ожидали, гады, такого поворота. Да уж. Что-то мне кажется, что-то радикально изменило. О, доктора свалили в этот раз. В этот раз завалили доктора. Да, тут рандом такой. Раз на раз не приходится. Ну ничего. Как там, не очень-то и хотелось, правильно? Так, что у нас еще? У нас еще награда появилась, спасибо. Так, что у нас здесь все? Ага, тут, да, тут все. Че сюда зашел? Что еще нам сделать такого, я прям не знаю. О, у нас в этом в клане он что-то. У нас там один парень бился к нам в клан, хотел в комментариях писал: так хочу к вам в клан, так хочу к вам в клан. И не смог наш клан найти даже по ID. Наверное, он на другом сервере, у меня такое понимание процесса. Кто не знает, вот ID клана. Запишите, посмотрите. Кому есть желание, ищите. Сможете, присоединяйтесь. Буду рад. Может, как-то это хоть поднимет интерес к игре. Потому что сейчас, если честно, желания сниматься, играться вообще в нее просто тупо нет. Тупо неинтересно. Так, ладно. Это все лирика. У нас два момента было. Первый момент. У нас появился новый ивент. Вот, пойдемте посмотрим. Вот такой вот. Это мы проходили этот ивент. Он не новый. Мы его уже проходили. Тут он будет так ходить и разветвляться. Не знаю, может, второй серии сниму его. Поделю эту часть на две серии и во второй серии пойдем его мучить. Не знаю. Повторяются они. Вот этот ивент продлили еще, ну, настолько же, сколько он был. Этот вернули ивент уже в третий раз. Я так понимаю, это связано с коронавирусом. Я думаю, что у них длинные выходные. То есть, команду разработчиков собрать, чтобы создать новый ивент. Ну, как бы возможности нет, я так понимаю, на работу никто не ходит. А надо, пока люди дома сидят, чем-то их развлекать. То есть, тоже нельзя просто их отпустить и все без ивентов. Поэтому и включают старые ивенты по 2-3 раза. Потому что, ну, просто нету выхода у разрабов. Новый создать нет возможности, а без них вообще никак. То есть, вот и крутят старые ивенты по кругу. Их понять можно. Так, вот у нас последняя лока. Последний подвал. Давайте попробуем сюда запрыгнуть. Пройти. Вдруг получится. Чем черт не шутит.
прошлый раз мы его, по-моему, пробовали штурмовать, и нам там сразу на входе так вставили, что больше не захотелось. Ну, сейчас еще раз попробуем. Может, со второго раза захочется. Кстати, этот доктор, я не знаю, я его что-то тоже прикола не очень сильно понял. То есть, в чем его фишка в лечении? Я им еще так особо много не играл. Ага, тут надо пойди угадай, куда идти. То есть, если с докторшей понятно, она выпускает бота, который снимает заражение. Тот доктор, который в нашу коробку, тот, понятно, кого-то одного хорошо хиливает именно жестко, одного. С этим какой прикол, я так еще и не разобрался. А тут что у нас спрятано? О, усилялка, здорово. Что возьмем? Давайте, наверное, защиту. Пойдем глянем, что здесь у нас. Пустые комнаты. Геймдизайн, все дела. О, усилялка. Давайте криты посадим. Будем вкидывать по-жесткому криты. А, тут телепорт по-любому можно не светить. Тут эти красные. Тут эти красные. Кого тут пинать, непонятно. Ага. А тут куда-то проход еще есть. Ну пойдемте сходим. Что-то я с ними пинаться не очень хочу. О, еще один ключ. Ну здорово. И... ой. Что-то я не помню. В чем фишка? Ага, назад прилетели. Отлично. Давайте эту половину теперь пройдем. Соберем все возможные бонусы, а потом уже пойдем в пеналку. Отлично. Ну, идемте треснем этого жлоба. А, вышли из поля, и оно пропало. В смысле, в этом поле. Вот что плохо, что это доктор явно не снимает радиацию. А вот тот, кто снимал бы радиацию, нам тут очень сильно пригодился. Судя по всему. Во второй заход, судя по всему, пойдем с тетей. Если у нас будет второй заход. Так, ну что? Ага, это просто переходные. То есть с ними со всеми можно вообще не пинаться. А вот тут надо пробиться к этому, к телепорту. Все, я понял. А эти нам вообще не нужны. С этими можно не драться. Все, я понял. Ну, давайте попробуем. В принципе, если мы сможем, то мы сможем. Если не сможем, то не сможем. Тут можно не заморачиваться. В любом случае, если мы сможем их пройти без тетки, то мы вверх, то мы тут всех пройдем. А если не сможем, то тетю все равно надо звать. Тетю надо звать. То есть теоретически мы их проходим. Теоретически. А практически не очень. Так случается.
Бездемонка у нас самохил. А, тут такой самохил. Не прокатит. Смешно. Да уж. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем другой вариант. Сейчас мы нашего доктора разденем. Докторшу тоже заголим. Так. Надеваем докторшу в лечебный костюм. И попробуем вот так штурмануть. У нас как раз еще одна попытка есть. Так, доктор на выход. Докторша в строй. Let's go, попробуем. На фиолетовой тетке поехать. Докторица. Мастерица. Может так получится. Хотя, если честно, я не очень уверен. Ну, все-таки, да, полезный навык вот это снимать радиацию. Ну, бота делать, который снимает радиацию. Это сверхполезная способность. Так, пойдем тем же самым методом. О, бомба. Это полезная штука. Да, критов возьмем пачку. И радости. Ну, нормально, смысл пока. Че не этого нам радиации не травят? Денса. Ему от радиации его наоборот прет. Судя по навыкам. Так, ну давайте тут с большей частотой давать криты. Так. Ну что, попробуем? Вдруг получится. Надо я бомбу вперед. Попробуем без бомбы. А вот что ж он не сагрился, не переагрился? Ай-яй-яй, дядя. Что ж ты так это? Ай-яй-яй. Не переагрился и завалил нам докторицу. Ну, зато вверх скаканули сразу. Давайте нам этого захилим. Да, лови, дядя. А теперь же змея. Да, последнее подземелье не такое, чтоб простое. Можно сказать, не знаю, даже зубам ли он. Так, чтобы его на 100% пройти. Но то надо разве что там бегать, не знаю. О, прошли. Ну, не на 100%. Это надо бегать там, подбирать так, чтобы нам повезло как-то. Ага, это надо обратно в телепорт и туда, наверное, улетишь. Ну ладно, давайте сейчас для начала просто его пройдем. А на 100% уже дальше. Там, видите, да, на 70 мы его зачистили. О, спасибо. Даже на 80. Еще на 20% допройти. Ну, это я уже потом осижу. Поза съемкой пройду. Как-то так.